Семья Мукасеевых лишилась крова. Их жилище сгорело дотла от взрыва газ-баллона. Сейчас они вынуждены ютиться у соседей. Это уже второй случай пожара в этой семье. От первого у них остались только стены. И чтобы не жить под открытым небом, Мукасеевы построили себе временное жилье. Но и оно недолго послужило их пристанищем. Олег Великий обо всем по порядку. Эта семья теперь живет у знакомых. Родных и близких у них нет. После пожара их приютила Тамара Иконникова. Женщина выделила им самую большую комнату в ее доме. В тесноте, да не в обиде. В чем были, с тем выбежали. Ко мне прибежали уже соседская одежа. Соседи подали одежу им, и они эти самые прибежали. В 4, так, в 4 этой ночи один прибежал, потом уже перед утром прибежали. Они уже сами не знали, что делать, куда бежать и что делать. С испуга, что там было. Газовый баллон маленький, небольшой, маленький баллон. Но он тоже хорошо взорвался. Но. Главу семейства и его жену дома застать не удалось. Они были на заработках. Кстати, стабильной работы у них нет. Единственный их доход – деньги от сдачи металлолома. Старший сын уже несколько дней не ходит в школу. Попросту не в чем. В огне сгорело все – и вещи, и документы. На пульт противопожарной службы имело место сообщение о том, что по улице Актюбинская, 174, имеет место возгорания. По прибытию на место вызова, по ликвидации пожара, было установлено, что горело хозяйственное строение. На месте пожара был обнаружен погибший. В настоящий момент, после проведения доследственной проверки, материалы были переданы в УВД города Уральска. Напомним, неделю назад временка семьи Мукасеевых сгорела. Взорвался газ-баллон. Они остались ни с чем. Восстановить свое жилище пострадавшие смогут только весной. Семья будет рада любой помощи. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Манарбек Кушалиев и Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.